Здравствуйте! С вами передача «Мир экологии». И с вами я, Алевтина Яременко. Я не знаю, почему меня в этой жизни волнует все. В обществе обсуждают лишь то, о чем больше трех раз сказано в новостях. Не важно, что экология – это проблема всего человечества. Не важно, что здоровье человека зависит от флоры и фауны. Не важно, что где-то не хватает воды. Об этом не говорят в новостях. Следовательно, этого нет. Земля. Имя крошечного уголка нашего дома – атмосфера, гидросфера, биосфера. Экология – главная составляющая нашей жизни. Но, к сожалению, мало кто над этим задумывается. Здоровье человечества зависит от нашей экологии, а значит, от нас с вами. Мой девиз – начни с себя. Отходы, суша, пляжи, баржи, судна, реки, моря, океаны – это следствие выпуска в море бытовых сточных вод без предварительной их биологической очистки. Что мы можем сделать для наших детей? Начни с себя! Почему наши люди мусорят? В чем причина? В безответственности, экологической безграмотности или в банальном наплевательстве? Я не понимаю этого! Что вы можете сделать для окружающей среды? Самое простое – это не загрязнять пляжи, не бросать мусор в воду, экономить такие ресурсы, как вода и электричество. Начни с себя! Я стараюсь жить так, как будто собираюсь дожить до 100 лет и умереть завтра. Мне нравятся большие жизненные роли. Пока позволяет вдохновение, меня тянет к глобальным вопросам. Эмоциям и депрессиям нет места в этом мире, а значит и в моей голове. Я выбираю роли из тех, что предлагает мне моя жизнь. С вами была я, Алевтина Яременко. И я за чистый город.